Привет всем, ребят. Подготовил я другу головку после долгого перерыва. Все меня потеряли. Так, это что там, волос что ли? Угу, волос попал. Вот головочка у нас. Это впускные каналы. Впуск, ребят. Это впускные каналы. Вот так это все здесь выглядит. Впускные клапана у нас стоят. Audi. Так. Тут с головкой, ребят, была проблема. Какие-то дебилы посрывали резьбы все. Пришлось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 шпилек делать под постель. Повыдергивали резьбы. Тарелочки у нас V98T стоят. Все как положено. Вот. Мясо убрали под распредвалы. Вон они лежат, кстати, распредвальчики. Сейчас покажу. Вот они. Распредвалы. Так, сейчас похожу по выхлопу вам. Еще. Опа. Рукой бы. Так. Вот у нас выхлоп, ребят. Выхлопные каналы. Вот выхлоп. Вот так это все выглядит. Это маслом я смазывал направляющий клапан. Вот так это все выглядит аккуратненько. Такая вот получилась головка. Будет установлен автомобиль двойка. Классика. Классику будет башка этого устанавливаться. Так что вот так вот.